Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Боксеру из красного угла ринга рефери поднимает руку вверх. Он победитель первенства Европы среди юношей. На соревнованиях в Хорватии спортсмен из Сызрани Тимур Авдоян побил всех соперников и получил золотую медаль. Всю жизнь буду заниматься. Хочу выиграть Олимпийские игры, попасть в профессиональные игры. Понравился мне бокс, потому что я посмотрел видео Мухаммеда Али, как он боксирует. Понравилось. Иду по его технике. Полутяжелый вес до 81 килограмма – один из самых сложных в боксе. Тимур Авдоян – единственный спортсмен Самарской области, который попал в сборную России. И не подвел на европейском дерби. В первом бою одолел ирландца, затем словака. Венгерский боксер вообще отказался выходить на ринг. В финале в тяжелейшем бою одержал победу над украинским спортсменом. Родители сияют от гордости. Это отцовство чувство, это словами не передаст. Это прямо чувство. Победитель нашего города, нашего области. Гордость наша, не только мою, на всю область, на всю Россию. Дай бог, что таких мальчиков побольше у нас в области, в городе. Сызранской звезде мирового юношеского бокса всего 14 лет. Успехи Авдояна убеждают специалистов в том, что ему под силу заполучить и олимпийское золото, и стать абсолютным чемпионом мира, как это сделал его кумир Мухаммед Али. А на воплощение своей мечты Тимур получил премию от правительства Самарской области. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.